хочу я много знать и все вам рассказать. Ури! Ууу! Смотрите, что за моей спиной! Эта машина называется вилочный погрузчик. И в сегодняшнем видео вы со мной узнаете о вилочных погрузчиках! А теперь выучим детали погрузчика. Идем! Ух ты! Посмотрите наверх! Это кабина. Именно там сидит водитель вилочного погрузчика. Ой, а посмотрите-ка! Это колесо и шина, и это колесо и шина. Это очень большое! А это совсем маленькое! Ух ты! Взгляните на высокую штуку! Она называется мачта! А это вот здесь! Эта деталь называется каретка! А это... Это вилы! И эти три детали поднимают поддон. Ой, посмотрите, знаете, что это? Это же танцпол! Вернее, поддон. Идем, проверим уровень масла. О, это двигатель погрузчика. Ух ты, здесь так много крутых деталей, которые обеспечивают мощность двигателя. Давайте вместе проверим уровень масла. Сначала вынимаем масляный щуп, а потом возвращаем на место. И проверяем уровень масла. Идеальный уровень. Вот что я называю железная работоспособность. Отлично! Пришло время сесть за руль погрузчика. Но сначала вспомним о безопасности. Мы должны надеть защитную экипировку. Я надеваю каску. А затем... Ярко-оранжевый. Воу! Ветрено! Похоже на плащ. Надеваю жилет. Застегиваю. Вот так! А теперь, когда мы надели экипировку, можно управлять погрузчиком. За мной! Хорошо, идем! Итак, мы в кабине вилочного погрузчика. Для начала застегнем ремень безопасности. Готово! Сидит очень плотно. А это рулевое колесо погрузчика. Воу! Оно поворачивает погрузчик. Это рычаг переключения. Он позволяет ехать вперед и назад. А вот эти рычаги управляют мачтой, кареткой и вилами. Опускает и поднимает. Наклоняет вперед и назад. А этот отклоняет налево и направо. Ну все, я заведу двигатель и поеду на погрузчике. Вот так. Oh, oh, oh.
Привет, Блиппи. Поможешь мне отвезти эти поддоны на склад? Да, конечно. Спасибо. Ладно. Ого. Так, вы слышали? Мы должны поднять 4 поддона и отвезти их на склад. Итак, 1, 2, 3, 4. Ладно, посмотрим, что на них стоит. Идем. О, на первом поддоне стоят 4 белых ведра. На втором поддоне одна большая голубая бочка. На третьем поддоне 4 черных шины. А на четвертом поддоне большой ковш от экскаватора! Блиппи, с кем ты говоришь? Берись за работу! Ой, ух ты, вы слышали? Надо поспешить и взяться за работу, пока не нажили неприятностей. Так, как насчет... возьмем 4 шины. Да, это хороший выбор. Огромное спасибо, Блиппи. Ты молодец. Это вам спасибо. И вы большие молодцы. Мне было очень интересно изучать вилочный погрузчик вместе с вами. Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесите его со мной. Готовы? 1, 2, 3. Блиппи. Блиппи. Мы справились. До встречи. Пока. Это я, Блиппи! Посмотрите, где я! В супермаркете! Ух ты, а это что у нас? Это вкусное яблоко! Интересно, как оно сюда попало? Яблоки! Каждое яблоко попадает в магазин из яблоневого сада. Сначала нужно выбрать идеальный фрукт. Такой же, как этот. Он кажется очень вкусным. Затем выбранный фрукт попадает в ящик к другим яблокам. Давайте поищем яблоки вместе. Вы видите где-нибудь яблоко? Я вижу. Посмотрите. Ням! Все начинается с того, что работники вручную собирают все яблоки, а потом складывают их в ящики.
А когда ящик полон, трактор забирает его и увозит. После того, как яблоки с поля попали в ящики, и ящики заполнились, их надо переместить прямо к грузовикам. Ух ты! 4 огромных ящика, полные яблок, и 1 красный трактор! И вот наши яблоки у грузовой фуры. Теперь надо поставить все ящики в прицеп фуры вилочным погрузчиком. Все ящики уже погружены на фуру. Мы можем ехать! Мы едем на фабрику. Мы прибыли на фабрику. И теперь погрузчик должен снять все наши ящики с фуры. А сейчас пора помыть и упаковать все наши яблоки. Ха-ха! Смотрите! Зеленые яблоки! Все яблоки надо высыпать из ящиков, чтобы промыть и упаковать. Пока ящики опустошают, у яблок начинается плавучее путешествие. Смотрите, ящики уже пустые. Ого, как много плывущих яблок! А потом их достают из воды и чешут им бока, чтобы они были чистые и красивые. Смотрите, сколько щеток! Похоже, этим яблокам очень весело. Затем все яблоки опрыскивают водой, и они становятся чистыми. Затем они проходят через огромные вентиляторы. Теперь, когда яблоки высушены, их сортируют. Их разделяют на аппетитные и... не очень аппетитные. А вот и они, не очень аппетитные яблоки. Они поднимаются на яблочных эскалаторах, а потом спускаются на специальные яблочные конвейеры по дороге во вкусный яблочный пирог. Но это еще не все. На каждое аппетитное яблоко наклеивают стикер. Это аппарат для маркировки. Каждое яблоко получает свою наклейку. И их укладывают в яблочные кроватки. Thank you.
ароматки с яблоками кладут в картонные коробки. А какие-то попадают в пластиковые пакеты. Похоже, некоторые коробки надо закрыть. Все яблоки отмыты и упакованы, они хранятся в огромном холодильнике и ждут грузовиков. Бррр. Мы с вами внутри огромного холодильника. Здесь очень холодно. Здесь хранятся все яблоки. Ух ты! Смотрите, как их много! Это очень высокий склад. Еппи! Фура подъезжает к зданию, чтобы ее загрузили свежими яблоками. Уже почти готовы попасть к вам. Сейчас мы загружаем их в эту большую фуру. Давайте, погрузчики, еще немного яблок. Теперь, когда фура заполнена яблоками, она отвезет их в магазин. Было так интересно смотреть с вами, как яблоки попадают прямо в магазин. И помните, одно яблоко в день, и вы будете здоровы. Сегодня мы посетим контактный научный музей для детей в Олимпии, штат Вашингтон. Идемте! Ого, только посмотрите! О, мы как будто на ферме! О, смотрите, тут есть брокколи. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Она такая зеленая. О, класс! Это морковь. Ням-ням-ням-ням-ням. Кролики ее обожают. Это оранжевый цвет. Идемте. У, это у нас лук. А это початок кукурузы. Я ее обожаю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что может быть вкуснее? Зеленый и желтый. Смотрите. Это мелок, которым рисуют. Ого! Вот, получилось. Я написал «Привет!» Приветствую! Пойдемте дальше. Ого! Класс! Сейчас я буду пузыри пускать. Еще раз. Эти пузыри очень большие. Ого! Поближе, чтобы лучше их рассмотреть. Ого! Смотрите, какой милый пузырик. Идемте! Ого! Смотрите, сколько веток. Это как будто жилище енотов. Идемте! Ой! Ого! Просто произведение искусства, сделанное из веток. Ого! О! Мы словно бы в западне. Идемте туда.
Вот здесь проход. О! Ого, интересно, что это там? А, здесь можно взять трехколесный велик. Можно мне один велосипед? Конечно. Нужно надеть шлем, и, кстати, этот шлем черный. Смотрите, этот велосипед называется трехколесным, так как у него три колеса и шины. Ого! А у обычного велосипеда два колеса. Ну ладно, поехали! Сейчас будет крутой подъем. Нужно поднажать. У меня нет сил. Ой! Иногда, если у вас что-то не получается, то следует попробовать другой способ. Например, можно сделать вот так. Между прочим, это тоже весело. О! Сейчас будет спуск. Я поехал. Смотрите, я еду без рук. Идите скорей. Сейчас мы попробуем построить кораблик. В этой зоне можно собрать свой кораблик. Сейчас я возьму деревянную деталь, вроде вот этой. Затем вот из этой соломинки я сделаю мачту. О! Осталось лишь сделать парус. Можно использовать зеленый. Продеваем и опускаем. А теперь добавим верхний парус. Розовый. Получилось! Вот, полюбуйтесь. Очень красивый кораблик. У меня одна мысль. В кораблике должен сидеть моряк. Возьмем этого или этого? О, пожалуй, этот подойдет. Вот так. Как вам кораблик? Ого, он просто корабликолепный. Смешно, так ведь? Так, а теперь возьмем огромного кальмара. Супер, давайте туда пойдем. Положим кораблик и огромного кальмара на стол. Ого! Посмотрите! Тут ведь миниатюрный бассейн! Сколько в нем воды! Так, прежде чем положить сюда кораблик и кальмара, я надену непромокаемую куртку. Идемте! Вот. Между прочим, это куртка желтого цвета. Мой размерчик. Отлично! Вот теперь я готов. За мной! Итак, положим кораблик. Хотя нет, стоп! Я вижу кое-что! Из тех пластмассовых деталей мы можем сделать полосу препятствий. Готовы? Я возьму... Ну что ж, приступим. Эту поставим здесь. А вот эту здесь. Еще одну вот здесь. О! А эту тут поставим. О! Я еле достал. Они все желтого цвета, прямо как моя куртка. Эту поставим здесь, а эту вот тут. Порядок. Ого. Пожалуй, теперь мы готовы. Положим кораблик и огромного кальмара в этот бассейн. Сейчас я это сделаю. 3, 2, 1. Вперед, вперед, вперед! Оу! Кальмар отстал! О нет, кораблик застрял! Давай, вперед! Поторопитесь! Он догоняет, кальмар уже рядом! Вот так молодец! Да! У него получилось! У-ху! Да! Кораблик добрался до финиша! Молодец! Супер! Это дерево чудесно пахнет! И его листья... Класс! Оно очень красивое! Ого! Посмотрим, что там. Да это же песочница! Давайте в ней поиграем, скорей! Ого!
зеленое ведро. О, а это маленький зеленый самосвал. Ого! А это зеленый экскаватор! Отыщем здесь клад. Ого! Ого, смотрите! Класс! Это динозавр трицератопс! Ого! Это очень древнее животное. За мной! О, мы видели здесь маленький зеленый самосвальчик. А это очень большой зеленый самосвал. Врум-врум-врум. Врум-врум. Похоже, это место, в котором можно загрузить наш самосвал. Смотрите. Я готов. Насыпаем груз в кузов. Ого, ого. О! О-хо-хо-хо-хо! Врум-врум-врум. О, привет. Врум-врум-врум-врум. О, а это место подходит для того, чтобы высыпать наш груз. Готовы? Бип-бип-бип-бип-бип. Вот это тяжесть! Ух ты! Нам с вами удалось высыпать очень тяжелый груз. Так держать! Ого! Смотрите, что тут! Мы словно попали в лес! Сколько здесь стволов деревьев! О, смотрите! О! Красивые растения! Ха-ха! А это что у нас? Похоже, это очень старый ствол. Ого! Подойдите! Только посмотрите, насколько это огромный ствол! О! Ху! Вы видите животное, которое машет своими крылышками? Вот, оно там сидит. Видите? Это птица! Ого! Смотрите, что там! Так как мы в лесу... О, здесь палатка! Мы словно отправились в поход! Смотрите! Жжет, жжет! И здесь есть поленья для костра. Вот так. А еще есть... Ого! Там зал с вакуумной трубой. Идемте! Ого! Мне очень нравится этот зал! О! Супер! Вот, мы возьмем несколько шариков. Разных цветов. Оранжевый, фиолетовый и желтый. А еще красный. А потом мы положим их сюда. Ой! Ого! И он полетел вон туда. Смотрите! Ого! Он уже там! Я положу еще. Готовы? Ого! Ха-ха! Отлично! А теперь я помещу туда эти яркие платочки. Готовы? О! Ого! Ха-ха! Супер! А теперь я положу все эти платочки. Будет весело! Давайте положим еще шариков. Вот так. Отлично. Смотрите, сколько шариков. А теперь мы сделаем вот так. Есть. Вот так.
Теперь шарики полетят другим путем. Так будет интереснее. Класс! Это был очень веселый головокружительный спуск. А? О, идемте туда. Ого! Вы только посмотрите на это! У-ху! Мне кажется, здесь можно что-то собрать из этих труб. Ого! Из них дым идет, как из дымохода. Ой! Ой! У-у! Привет! Вы меня видите? Ау! Не волнуйтесь, я здесь! Эй! О-о! С меня хватит. Ого, а что это здесь? Ого, под этим водяным колпаком находится дым. Вы его видите? Ого, он такой приятный на ощупь. Ощущение просто супер. Ой, ого, у меня все руки мокрые. Интересно. Ого, смотрите, что здесь. Ух ты, это водоворот. Можно сказать, это водяной вулкан. Вода с огромной скоростью вращается в трубе. Так, возьмем несколько ярких шариков и положим их сюда. Готовы? Порядок. Итак, я зарядил эту трубу шариками, словно снарядами. Теперь приготовьтесь. Сейчас я открою огонь. 3, 2, 1! О-ху-ху! Супер! Посмотрите на них! Ого, вы видите, что с ними случилось? Ух ты! Так, я хочу взять еще несколько ярких шариков. Вот этот розовый, этот желтый и этот фиолетовый. Так, должно быть еще несколько. Еще один розовый. О, еще один фиолетовый. А вот и белый. А теперь приготовьтесь. Сейчас они все полетят туда. Первый пошел. Воу, воу. Смотрите вверх. Видите? Потом они попадают в водоворот. Ого! Я запускаю эти шарики вверх, а водоворот опускает их вниз. Запустим еще пару шариков. Приготовьтесь! Ого! Хо-хо-хо-хо! Ребята, это просто супер! У-ху! Этот быстрый водоворот просто потрясающий! Класс! О, я поехал на рабочий участок. Вперед! Би-би-би-би-би-би-би! Уи! Ну вот, мы приехали на наш участок. О, теперь возьмем инструменты. Эту лопату. И... Ого! Ух, это очень тяжелый кирпич. Ой. И смотрите, какой огромный валун. Ого. Ха-ха. Ладно, теперь я отнесу все вон туда. Один момент. Итак, здесь будет мой рабочий участок. Пожалуй, посмотрим, какие инструменты здесь есть. Так, отбойный молоток. Ого! А здесь, ух ты, строительная каска и защитный жилет. Ой, он очень маленький. В этот раз я не буду надевать защитный жилет. Но я могу надеть эти голубые защитные очки. Смотрите. Пневмомолоток. А это дрель. О, резиновый молоток. Ого, это монтировка. Ух ты, электролобзик.
это рулетка! Ого! А теперь можно... Оу, как хорошо, что я надел каску! Давайте установим полосатые конусы, чтобы все понимали, что мы здесь будем строить дом! Вот так! А теперь... Ой! Порядок! А еще нам нужен... дорожный барьер! О, вон тот подойдет! Надо поставить его здесь! Вот так! Продолжим! Наш строительный материал лежит здесь! Возьмем доски... Одна, вторая... А теперь положим их на пол! И... Возьмем две очень длинных доски! Сделаем вот так... Получилось? О, нет! Надо вот так! Порядок! О, теперь тут это будет фундамент дома, который мы строим. Итак, готовы? Вы наблюдаете, а я сейчас начну строить дом. Так, о, теперь вот так. Есть, еще пару досок. О, порядок. А теперь верхняя часть. Нет, нужна еще доска, чтобы дом был крепким. Теперь можно ставить. Ой, нужен второй элемент крыши. А, вот он. Да, последняя деталь. Ставим сюда. Вот и все. Ну, вот и построили отличный дом. Проверю на прочность. Ой. О. О. Ха-ха-ха. Что ж, дом оказался не очень прочным. Воу. Ого, посмотрите, где я. Я нахожусь внутри устрицы! А вот жемчужина гигантских размеров! Такая белая, блестящая и красивая! А эти мячики? Да, они как бы играют роль песчинок! Ого! Дело в том, что если песчинка попадает внутрь устрицы, моллюску это не нравится, и он начинает ее обволакивать, и она превращается в жемчужину! Ого! Ой! Что ж, мне было очень приятно показать вам контактный научный музей для детей в Олимпии, штат Вашингтон. И мне очень понравилось, что здесь можно трогать вообще все. Ну ладно, до новых встреч! Удачи вам! Привет! Это я, Блиппи! А это что? Это аквариум. И сегодня мы наполним его водой... Пойдем в парк и найдем там предметы, которые утонут или всплывут. Но сначала нам нужна вода. Я захватил бутылки. Наполняем. Одна. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Отлично, у нас теперь достаточно воды. Теперь пойдем в парк и найдем предметы, которые, как мы скоро узнаем, или утонут, или всплывут. Идем! Итак, давайте поищем предметы на игровой площадке, а потом посмотрим, утонут они или всплывут. За мной! Ух ты, смотрите, то, что нужно. Это контейнер. Ого! Будем складывать сюда предметы. Идем. Ух ты! Стена для скалолазания! По ней карабкаются. Ой-ой! О! Смотрите, что я нашел! О! Смотрите! Это игрушки! Голубая,
и оранжево. Хорошо, смотрите, как я взберусь наверх. Привет! Ну все, я пошел. Ух ты! Смотрите, большая красная горка! Ой, а что там внизу? О, вот, посмотрите! Да! Смотрите, что мы нашли! Еще два предмета! Это апельсины! Ням! Я люблю апельсины! И они оранжевые! Ну все, идем! За мной! Ой, я нашел еще один предмет! Вы его видите? Да, вот он! Внизу! Это гантель. О! Ей накачивают мышцы. Да. О! Да! Да! Отлично! Интересно, она утонет или всплывет? Она тяжелая. В контейнер. Идите за мной. Ого! Еще горка? Да. Она такого же цвета, как и первая. Большая и красная. Ой, смотрите! Ух ты! Ням, это чипсы! Интересно, они утонут или всплывут? Бросим в контейнер и скоро узнаем. Ух ты! Как тут интересно! Надо же! Здорово! Привет! О, еще предмет! Ого! Это косточка! И как она тут оказалась? Хм, она зеленого цвета. Любопытно, она утонет или всплывет? Положу сюда, и скоро мы узнаем. Ого! Ух ты! Этот цвет зеленый. А еще синий! У! Ой, тут лестница! Хо-хо-хо! Привет! Я так высоко! Ой! О, посмотрите сюда! Большая красная горка! Ну все, я поехал! Эй, встречайте меня! Вау! Было здорово! Ой, смотрите, что мы нашли! Четыре йо-йо! Первая игрушка зеленая, вторая игрушка оранжевая, третья игрушка голубая и четвертая игрушка красная. Посмотрим, что еще мы найдем. Идите за мной. О! Уу! А это что? Похоже на рулевое колесо. У меня голова закружилась. Хорошо. Посмотрим, что еще мы найдем. Уу, смотрите. Похоже на лестницу. Привет. Ух ты! Еще одна горка! Да, и она тоже красная! Ну все, я поехал! У-ху-ху! Вы тоже это видите? Да! Еще один предмет! Это цветные карандаши! О! Здесь так много цветов! Ух ты! Положим в контейнер и узнаем, утонут они или всплывут. Идем! Еще парочка предметов, и контейнер заполнится. За мной! Вы видите то же, что вижу я? Смотрите! Внизу
тут увеличительное стекло. Смотрите! Вау! У-ху! Алло! Ого! Вау! С помощью него можно рассмотреть предметы. Ого! Это муравей? О-хо-хо-хо! Крошечная блоха! Насекомые такие классные! Положим наше увеличительное стекло в контейнер и узнаем, всплывет оно или утонет. Оу! А там что такое? Ой! Ой! Это мост! О, будьте осторожнее! Идем! Осторожнее! Уу! Посмотрите! О, какие милые игрушки! Эй, привет! Один, два, три! Ура! Столько классных вещей! А тут еще! О, ярко-желтые мячи для гольфа! Один, два, три. Да, три мяча для гольфа. Хорошо, я поехал. Еще одна горка. У-ху-ху! О, ух ты, тут спрятался еще один предмет. О, светящиеся палочки. А-а-а, не терпится узнать, утонут они или всплывут. Но все, кажется, мы наполнили наш контейнер до краев. Пора узнать, утонут все эти вещи или всплывут. У-у, круто! Итак, мы собрали много предметов. Давайте опустим их в аквариум и узнаем, утонут они или всплывут. Что ж, посмотрим, что у нас есть. О, увеличительное стекло. У-у-у! Ладно. Интересно, утонет оно или всплывет? Я знаю. Готовы? Да! Оно упало на дно, а значит, утонуло. Так, что у нас тут еще есть? О, это оранжевое и голубое йо-йо. Итак, бросаем в воду. Да, они всплыли. Хорошо. Ух ты! Увеличительное стекло очень тяжелое, и оно утонуло. А легкие предметы, полные воздуха, как ее, всплыли. Посмотрим. О! Ярко-желтые мячи для гольфа. Хм. Давайте узнаем, эти мячи для гольфа утонут или всплывут. Смотрите, ее опустилось на дно. Так что теперь йо-йо утонуло. Ладно, бросаем мячи. Готовы? О, да, мячи для гольфа утонули. Итак, посмотрим. О, чипсы! Кукурузные. Давайте узнаем, пакет утонет или всплывет. Готовы? Да, он всплыл. Но погодите-ка. А давайте возьмем пакет, откроем его и посмотрим, палочки внутри утонут или всплывут. Ого! Ха-ха-ха! Они всплыли, как и пакет. И его тоже в воду. Ха-ха. Так, продолжим. О! Косточка зеленого цвета. Думаете, она утонет или всплывет? Она очень твердая и плотная. Готовы? Ого! Она быстро опустилась на дно. Она утонула. Хорошо. О, еще два ее. Ха-ха, мы уже с вами знаем, что они всплывают, а потом тонут. Ого! Спорю, вы знаете, утонет она или всплывет. Да, это гантель. Внутри нее металл. Такая тяжесть. Готовы? Да, эта сиреневая гантель утонула. О, посмотрите на воду, она становится мутной. Потому что кукурузные палочки
размокают и растворяются в воде. Надо спешить, пока еще нам видно, наши предметы утонули или всплыли. Продолжим. Это резиновые игрушки. Они пустые. Готовы? Да, видите? Они на поверхности. Игрушки всплыли. Отлично. Еще парочка. Я возьму оранжевый. О, это приятный мягкий пластилин. Ха. Он утонул. Ха. Хорошо. Следующий. О, да, он опустился на дно. Он утонул. Хорошо, а это цветные карандаши. Ого, цветные карандаши всплыли. Они сделаны из дерева, а дерево обычно тонет. Ой, то есть плавает. Да, карандаши на поверхности. Итак, последнее в контейнере – неоновые светящиеся палочки. Ух ты! Ого! Смотрите, какие они яркие! Воу! Посмотрим, утонут они или всплывут. Да, они утонули. Что ж, вот и все. Итак, ой, я же приготовил сюрприз. Волшебный сосуд. В этот раз, уу, в нем голубой порошок. Видите? Уу! Итак, добавим его в аквариум. Уу! А теперь перемешаем. Ух ты! Вода стала голубой. Ха-ха. Так интересно наблюдать, что утонуло, а что плавает. О! Эта вода такого же цвета, как море на Багамах или в Таиланде. Воу! Отлично! Что ж, нам пора прощаться. Во время нашего научного эксперимента мы увидели, что тонет, а что всплывает. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесете его со мной. Готовы? Б-Л-И П-П-И Блиппи! Мы справились! До встречи! Пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи!